Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в NBA 2K22. Кто не знал, а может быть, кто знал. В общем, у нас, друзья, стартует сегодня ночью. Не знаю, когда это выпуск выйдет, но сегодня ночью стартует финал NBA между Boston Celtics и Golden State Warriors. И, собственно, я зашел в NBA 2K, чтобы сыграть один матч, один чемпионский матч. Вот, один чемпионский матч. Ну, это для нас будет один матч, на самом деле, они играют до 4 побед. Но я буду играть за команду, которую давненько хотел сыграть, и это будет Golden State. И, кстати, напишите в комментариях, что думаете. Что думаете, кто победит? Кто победит, по вашему мнению? Пишите комментарий срочно. Итак, загрузилось. Мы продолжаем. Я буду играть за Golden State и болеть за Golden State Warriors. Интересно, что 2K нам подготовили для финала? По-любому, какое-нибудь интересное начало должно быть, правда же? Это, если что, Golden State. Это Калифорния. Опа. Блин, почему чуваки из Бостона говорят, а звука нет? Окей, вы что? The Celtics taking on the Warriors. For the Boston Celtics, the goal is to get better each and every time they take the floor, continuing to build their chemistry and connection. The unspoken bond that yields victory. Блин, почему звука нет? Окей, вы чё? Celtics, the NBA playoffs on 2K Sports. Ага, интересно. Интересное начало, а такие практически не об... ну, в общем, ладно. Ну что, друзья, сделаем ставки, кто нас победит, мистер Стив Кер или новый тренер Бостона, афроамериканец, все так хвалят, кто не знает, кстати, друзья, вот все говорят, афроамериканские игроки говорят, вот видите, уже как по статистике, кстати, весь зал будет желтенький. Мистер Дреймонд Грин будет сейчас подборы делать. Так вот, типа, уже не первый афроамериканский тренер, который становится первый год тренером и становится сразу же, ну, входит в финал NBA. Так что... Итак, это наши стартовые пятерочки Бостона и Warriors и Golden State. В общем, я готов начинать. Ой-ой-ой, какой красивый стадион. Итак, мистер Грин будет прыгать. Опа, мистер Грин не прыгнет. Мистер Уиггинс, мистер Карри. Сейчас трешечку накидаем. Мистер Р. Уильямс, Тейтом открывает центр очков, идет. Странная комбинация после долгих заслонов. Дают Смарту пас. Смарт пытается обыграть Карри. Кстати, это была интересная комбинация. В том плане, что Карри очень плохой защитник. Опа. Томпсон. Что случилось? Кому-то фол. Так, нужно немножко подшаманить. Где тут? Секундочку. Так, подшаманили. Опа, все. Все, работаем. А что будет-то? Что произошло? На Клей свалили, что ли? Типа три броска будет? Ничего себе. Блин, он так далеко находился, что... Ладно, так первый штрафной мистер Клей Томпсон забивает. Второй штрафной. Блин, я так давно не комментировал, что я уже забыл, что это такое. Второй штрафной. Да, три броска, представляете, второй тоже забивает. И третий штрафной. О, отлично, три штрафна. Все три штрафных мистер Клей Томпсон забивает. Кстати, некогда очень величайший защитник. Великий дефендер, как говорится. Но в последнее время после травмы, конечно, он первый сезон после травмы. После того, как пропустил почти 2.5 года проводит на площадке. И пока что, ну, играет хорошо, набирает форму, я бы сказал. Думаю, еще годик, год. Два, и все будет замечательно. Мистер Тейтум пытается обыграть Уиггинса 1-1, бросает через руки, и неудачный бросок. Мистер Грин делает подбор, отдает на мистера Карри. Мистер Карри разгоняет атаку, проходит, скидываем на Клея Томпсон, на Грина. Клей Томпсон 3, свободная. Туда, вот тут комбина. Капец, вот что разница, да? Где когда вы играете за сильную команду, где после заслонов вот такие ассисты происходят.
Грин даже без комбинации делает комбинацию, как он. Мне кажется, если бы я проходил сезон в 2K за Golden State, мне кажется, шансы на победу были бы очень большие. Ой, кому я пас? Ладно, давай, мистер Клей, давай, ты разгони атаку. Давайте дадим Грину. Грин получает спиной. Грин, кстати, хреновый центровой. Давайте финтулю. Финтуля пошел обыграть. Опа, скинули. Плохо скинули. А еще раз скинем через руки. Эти пацаны умеют бросать через руки, через ноги, через все, поэтому бросим. Блин. Ой-ой, какой проход по кольцо и какой сочный мисс. А мистер Пул, кстати, в этом году очень хорошо играет. Опа, финтуля. Открываемся. Ищем. Мистер Карри, финт. Обыгрываем зону. Не обыгрываем. Ищем мистера Клея. Клей, Грин не умеет играть вообще ничего, ни во что. Опа, какой ужасный бросок. Но, как говорится, мы играем за Golden State, друзья, правда? Значит, мы с вами должны играть чисто вот трехочковую линию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хо, какой данк. А фала не было. Судья, почему вы не свистнули? Мистер Карри разгоняет атаку. Ага, плохо разгоняет. Мистер Пул. Мистер Уиггинс. О, Уиггинс сейчас обыграет, смотрите. Пол! Ой-ой-ой. Хорфорд он точно не обыграет, к сожалению или к счастью. Ой, мистер Карри делал перехват. Какой замечательный перехват. Уиггинс. Два шага и сдавай туда. Мне кажется, в этой серии X-фактора будет Уиггинс. Мне кажется, Уиггинс вообще на протяжении всей серии очень большой X-фактор. Потому что человек играет в защите. Во-первых, он молодой. Во-вторых, легкий. В-третьих, он отличный защитник. Также он неплохой нападающий. Он может такое выдать, если ему дать шанс. Потому что очень, очень талантливый игрок. И в случае, если, допустим, тоже Клей... Подбор мистер Уильямс молодец, хорошо играет в защите, точнее нападение под кольцом. Че, может быть, вы какую-нибудь комбинацию замутите? Я туда опоздал, блин. Ну-ка, заслончик. Ой, плохой бросок. Ужасный бросок. Прежде Golden State, вот я за них болею, да. О, 6 очков уже Клей забил сегодня, когда успел. А, точно, вот трешку забил. Ой, защита будет играть. Я должен в защите играть, мистер Карри. Хотя, как говорится, а кто бы должен играть в защите, как не я, если я играю... Так, а будет комбинейшн... комбинейшн. Опа, wide open трешка. Отлично. Блин, вот я не знаю, как вам, но чем мне нравится... я знаю, что нужно сделать. Небольшой тайм-аут, друзья. Нужно маленько потише сделать, потому что... Что-то я прям вижу, как полоска просто зашкаливается звуком. Не знаю, насколько хорошо или плохо вы меня слышали до этого. Что? О, Куминга, мистер Куминга вышел. Мистер Карри остается на площадке. О, Гарри Пейтон второй. Блин, Гарри Пейтон так высоко прыгает, это жесть просто. Пейтон, он просто монстр. К сожалению, кстати, в этой серии он должен вернуться. О, Портер тоже высоко прыгает. Пацаны очень-очень быстрые. Портер сейчас находился с травмой, кто не знает. У него трещина в локте была. Но вроде как и на финал должен вернуться. Так что Golden State должен остаться играть в очень-очень хорошем составе. Опа, какой перехват. Портер разгоняет атаку опять. Куминга. Опа, Карри опять. Ой-ой-ой, какой заслон. Нельзя давать мистеру Карри давать трехочкову. Знаете, вот такие игры прям наталкивают на то, чтобы я сыграл сезончик в NBA 2K, знаете, чисто за Golden State. Прям команда мечта, ну, для меня. Конечно, вот не хватает им сильного хорошего центрового, но вот Луни как раз таки Луни много что умеет. For him.
Ой-ой-ой. Луни подбор делал. Давай, завершай, мистер Луни. Опа! Какой базер! Знаете, что самое интересное? Самое интересное, что если это не была бы концовка четверти, навряд ли бы Карри забил бы такую трех. Скорее всего, это сработал какой-нибудь скилл сработал, или как он называется? Я забыл, как называется. Перк сработал, и поэтому он забил клатч. Увидимся в второй четверти. Блин, какая-то забаганная симуляция вот этого вот комментатора, потому что уже давно все черное, а он типа такой все болтает. Итак, начинается вторая четверть. Мистер Луни дает на мистера Карри. Карри сегодня будет играть 24 на 7, что ли, я не понимаю. Давай, провались под кольцо. О, Луни, из-под кольца. Почему не сверху, я не понимаю, Луни? Я до сих пор, допустим, я так редко играю с геймпада, что я до сих пор не привык играть стиками, а направлять стиками человека. Когда человек бросает в кольцо, мистер Портер разгоняется. Мистера Карри держит. Ой-ой-ой. Вы видели? Вы видели, он кинул треху, развернулся и пошел пешком просто. Ой, не могу этот Карри. Ой, выпендрежник. Ну, кстати, он и в предыдущей серии с Далласом так же делал. Он бросал треху, разворачивался и шел пешком. Ой, кстати, еще 24 на 8. Если что, если вдруг не заметили. Ой, не знаю, друзья, мне кажется, Golden State станет чемпионом NBA, и это... Если честно, вот я смотрю на то, как Golden State проходит этот сезон, и... Очень легко и просто. Ой-ой-ой, как же легко Карри обыгрывает один на один, вот... Неужели так и будет серия? Вы знаете, вот я очень много смотрю, когда, ну, как команда будет выглядеть, и я смотрю, что у Бостона сейчас творится в защите. А ведь у Бостона, друзья, сейчас еще и два человека под вопрос. Просто не команда, а сказка. Все бросают трехочковые. Вот. Знаете, вот сейчас мы смотрим над этой игрой, и я очень боюсь за Бостон. Сегодня ночью первая игра, и я очень переживаю. Очень переживаю над тем, что будет твориться. У Карри вообще... Я считаю, специально трех кинул. Потому что у него, смотрите, там какая-то штучка горит, снайперская. У него перк загорелся. Ой, Вайт, мистер. А Карри вообще будет отдыхать, я не понимаю. Или он без замен играет? О, тайм-аут. Наконец-то Warriors берут. Warriors берут тайм-аут и сейчас сделают некоторые корректировки. И надеюсь, мистер Карри обойдет отдыхать, потому что. Во-первых, он до хрена не кидал. А нет, остается. Смотрите, остается играть. Ё-моё, а что происходит? Боже мой. Я очень верю в тренера, конечно, Бостона нового старого, который у них сейчас имеется, но что-то... То, что я сейчас вижу. Индивидуально Golden State в разы сильнее. О, Карри опять возьмем вдвоем сейчас. Опа. Кстати, видали, как хорошо выходит друг на друга? Ну, выходите, не выходите. А вот, кстати, посмотрите многие видео. Очень многие видео, где Карри берут под двойную опеку. Тот же Даллас. Даллас постоянно не давал Карри играть. Постоянно его вдвоем опекали. Но при этом толку от этого никакого не было.
Давайте через Карри играть. Я понял. Сколько сегодня Карри уже накидал? Не покажется случайно? Ой, ну конечно же, в обычной игре Карри не дадут столько играть, ну столько забивать, да. Но вот с подбором, мне кажется, у Golden State будет проблема. Но вот... У меня просто, понимаете, у меня только смех на лице, и... Я не представляю, что будет делать Бостон с Golden State в этой серии. Если ребята настолько летят. Ну что, комбинышка там будет? Сейчас Клэст откроется как-нибудь красиво после заслона. Опа, Клей промазал. Ладно. Кстати, можно было бы повнимательнее посмотреть и вернуть ассист назад. Кстати, что у Хорварда уже за 30 далеко, там 36 вроде бы. А он впервые вышел в финал NBA. Как вам такое? Опа, у меня Карри мяч потерял. Это, кстати, первая потеря от Карри. Это еще и джамп-пол будет. Ой. О, мистер Виггинс поставил сочный, красивый блокшот. Сейчас мистер Карри будет прыгать в спорном мяче. Скорее всего, проиграет, потому что он маленький и не прыгучий. О, еще и выиграл подбор, прикиньте. Лол. Правда, мяч скинул, фиг, хер пойми кому. Но все равно, как говорится, осталось 50 секунд до конца матча. Счет 41-17. Мистер Браун после заслуженного Хорварда пытается обыграть. Играет изоляцию. Нашли самое слабое звено. Как говорится, человек, у которого были порваны кресты и слабые ноги. Однако мистер Браун все равно после размена не может обыграть. Бросает через руки сродный бросок. Идет подбор. Мистер Уильямс делает свой подбор через троих игроков Warriors. И это странно. Карри снова разгоняет атаку. У него... проводит, он играет без замен у нас сегодня. А, ассиста, треха, wide open треха. Такую Клей забивает 100%. Можете, конечно, сколько угодно держать Карри, но Карри... Ну, Карри очень хороший разыгрывающий. Он хреновый защитник, да. Очень хреновый защитник. Но при этом, да, очень хороший бросающий игрок. Вот этим эта команда и хороша, понимаете, что они могут забить откуда угодно. Если что, вот этот средний бросок, если посмотрите видео, Карри забивает очень часто. То есть он сейчас промазал у меня в игре, это игра. А в жизни он довольно-таки часто забивает такие броски. Так, давайте уже все перемотаем. Не будем смотреть halftime report или посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте послушаем, что скажут наши аналитики. Если, конечно, не будет аналитика забаганная, как и начало игры. Друзья, она, к сожалению, забаганная. Well for the Warriors. Kenny, give us your take. They played smart, they took their time and limited mistakes. When you value each possession, you eventually look at the... Говорят, играет без ошибок, совсем делаем мало ошибок. What are your thoughts on Boston? First of all, where's the intensity? You think when a team is punking you like this, you at least try to put a stop. Nope. Вы сами видите статистику, процент у Warriors 64%, у этих в два раза меньше. Так что, что-то смотреть. Самое главное, чтобы подобного плей-оффа не было в жизни. Надеюсь, Warriors не закроют 4-0 или 4-1 этот финал.
Вот, честно говоря, вот я говорю, правда, у Бостона сейчас два игрока под вопросом или после травмы, и очень сильно переживаю потом. Еще тем более Golden State закрыли предыдущую серию 4-1, что ли. Опа, через руки, на! Сколько он уже трех забил? Просто жесть. Нас Карри сначала поливал, как только Карри стали держать, стал Клей Томпсон забивать. Чтобы вы понимали, в этой команде умеют бросать все. У меня Карри сейчас забивает с Томпсоном, да? А по факту еще Пул, вот, который сейчас очень мало видим. Пул тоже еще тот любитель позбивать. Причем он и обыгрывает 1-1 хорошо, он защищается хорошо. И при этом еще и трешки. Он все делает хорошо. Ходили новости, что нужно обменивать кого-то из трио. Или Клея. Ну, Клея в основном, про Клея говорили, чтобы оставить... Хотя Splash Brothers было, да, а теперь типа три брата стало. Типа Пул молодой талант, которого Warriors открыли в этом году. Ой, какой... какой хороший ассист, но какой плохой бросок. Кстати, у Виггинса очень даже стабильный трехочковый бросок. Ой, рано нажал. Извиняюсь. Господа фанаты Golden State Warriors, извиняюсь, я нажал слишком рано. Давайте дадим... Не дадим. Надо дадим ассист. Идут заслончики. Ой, какая плохая трешка. Но при этом заслон хороший был. Мне кажется, он минус, и ты ошибся. Нужно было немножко мяч повести и выйти в центр. И дать хороший ассист, а не бросать вот такой сложнейший бросок. Мистер Тейтом из-под кольца. Как мы плохо начали четверть, но при этом счет, правда, у нас такой, знаете, в NBA часто такое бывает, что первая половина заканчивается с разгромом, а потом все продолжается очень долго, мутно, и еще счет становится равным. Белица, Пейтон, кто ушел? О, Карри ушел наконец-то. У нас... Фол! Почему судья не свистнул? Мистер Пул начал сбивать очки. Ой-ой. Мистер Пул, зачем вы нарушаете правила? Зачем вы сфалили? Ай-яй-яй. Нельзя так играть безответственно. А если это была бы последняя атака? Кстати, у Бостона на площадке чуть ли не стартовый состав, а у Golden State... Ну, вторая пятерка, если так можно назвать. Ну, короче, ни одного игрока стартовой пятерки нет сейчас на площадке в Golden State. Это, мне кажется, это то, что... Ой-ой-ой, почему сюда не свистнул? Он рукой коснулся. Куминга, два шага, еще и данк туда. Хо-хо-хо-хо-хо. Куминга ставит сверх в отрыве. Вот это то, про то, что я говорил, у Golden State еще, возможно, тот же Клей Томпсон не бегает в отрывы, как в старые добрые времена. Но вот тот же Пул, тот же Портер, ну, короче, тот же Пул, они все бегут, тот же Виггинс. Сказал, опыт, совмещенный с... Огромный опыт чемпионский, совмещен с молодостью. Просто я не знаю, что должен сделать Бостон, чтобы победить. Ну, хотя на морали, на желании. Именно только так. Только так, но Бостон, на мой взгляд, может победить, потому что... Ага. Честно, а Куминга умеет играть спиной кольцо? Ладно, не будем проверять. Эта трешка плохая. Это плохая трешка. Мистер Куминга останавливает мистера Тейтума. Но Тейтум отдает на Тейса. Тейс играет спиной. К сожалению, кроме Хорварда, никто спиной в Бостоне так же, как... Ой-ой-ой! Ассист, мне кажется, был хороший. Ой, еще и трешка. Интересно. Опа. Фол. И не быт Эндуана. Как так?
Блин, что он так согнулся, за коленку держится, аж страшно стало. Ой, фига себе. А, мой косяк, извините. Какой ужасный бросок, если честно. Даже непонятно, в какой момент он выбрасывает мяч из кисти. Ага, ассист на Уайта. Уайт прорывается под кольцо. Неплохо. Ой, видели, как он его руками оттолкнул? Почему, судья, почему у меня зрители спят? Давайте дадим на Луни. Луни, а ты умеешь спиной играть, интересно? Луни, откройся под кольцом, получи мяч. Ладно, не будем проверять. Куминга средний забивает, неплохо. Не будем проверять, раз Куминга хорошо открывается. О, Куминга уже 4 очка забил. Видали, какой молодец. Куминга уверенно, мощно. А в защите, правда, моя команда никак не играет нынче. Правда, и у меня уже интерес особо нет играть. Опа. Луни. Ой-ой-ой, еще и Луни 2 очка забивает. Невероятно. Говорится, мои ребята в защите не играют. И Golden State, и Boston уже не играет в защите. Ну что, мистер Уайт, что вы придумаете после заслона провалить? Ой-ой, как легко. Как легко. Как легко. Это, знаете, это не похоже на финал NBA. Это больше похоже... Опа, мистер Виггинс и Клей Томпсон. И еще кто-то встал. Портер. Портер такой огромный, кстати. Он, мне кажется. Кстати, неплохой бросок. Я попытался просто сейчас тиком отыграть, но я так и не понял. Кстати, Карри выйдет на площадку, смотрите, сидит. Готов уходить. Интересно, он отыграет всю четверть? Навряд ли он отыграет всю четверть. Ой-ой-ой, человек не забивает из-под кольца. Идет пас в отрыв, Куминга. Куминга прорывается, средний ужасный бросок. Мимо. Наверное, четверть закончится вот с таким странным отрывом. Плюс 30. Мистер Тейтон трехочковый. Нет, не будет трехочкового от мистера Тейтома. Тейтом пытается обыграть мисс... я не помню, кто это. Кто у нас нулевая? Пейтон, кстати, очень высоко прыгает, кто не помнит. Ой, и не накрыл его, жалко. Зря, ребята, вы там присели. Интересно, считается за перехват и ошибку у того, кто опоздал? Ну что, друзья, сейчас будет перерывчик, который я перемотаю, и мы продолжим четвертую четверть. Четвертую четверть в самом сильном составе нашем. Опа, ассист of the game, ну-ка посмотрим. Ага. Это лучший пас этой игры, да, под кольцо. Невероятно. Я думал, там, не знаю, какой-нибудь пас, не знаю, на трехочковую линию, что-нибудь там такое. Неужели не было нормального паса? У меня такой вопрос. Неужели игра не нашла лучше паса, чем вот то, что произошло? Знаете, идет комбинация на Смарта, чтобы тот вышел против Карри один на один. Неужели даже игра знает, что Карри ужасный защитник? Ой, какой хоррор-то бросок ужасный. Виггинс. Бля, как я мяч потерял. Смарт, кстати, отличный защитник. Нет смысла говорить, что вот это, как я мяч потерял, да? Но Смарт отличный защитник. Кто в этом году получил MVP? Кто лучший защитник? Не Смарт ли? Бля, Виггинс заебал на самом деле. Ну, в том плане, что он в этой игре, он обладает очень взрывной скоростью, очень хорошей игрой, но при этом здесь он уже играет так ужасно, как... Знаете, уже минус 18, друзья, в какой-то момент был минус 30. А во второй половине наши ребята вообще перестали играть. Смарт, кстати, держит Карри. Че, комбинацию будем кем мутить или так и будем стоять, скажите мне. Квей стоит. Бля, время.
Ой, ой, а прикиньте, так и будет сегодня ночь. Знаете, Golden State начнет невероятно быстро, а потом как Бостон соберется по второй половине и с минус 30 просто сделают победу. Все может быть, все может. Знаете, вот побежали, побежали. Пол. Хотя Хорфорд. Хорфорд, знаете ли, опытный, старый, но очень опытный игрок, поэтому все может быть. Ты не промазал, мистер Уиггинс, разгоняя атаку. Мистер Кури. Два очка. Мистер Карри забивает 2 очка. 17 минут, 21 очко сегодня. Капец, капец. Карри 21 очко. Как вам такое? Там не было по тазику гонять, знаете ли. Это вот все. У Томпсона, мне кажется, тоже не меньше сегодня. Потому что после того, как начали пикать... Ой-ой-ой, Уайт прорывается. Мистер Карри делает еще и подбор. Карри разгоняет атаку, ищет Клея. Клея находится. Треха, в руки, в лицо, мимо. Томпсон не делает подбор. Сегодня Томпсон как-то бесполезный. Хотя, честно говоря, Томпсон... Кстати, вот не Клей Томпсон, извините, а Томпсон. Грин. Грин... Человек, кто-нибудь откроет сегодня после заслона? Нет, никто не откроет. Ого, охуенный пас. Мистер Пул невероятный ассист делает. После чего перехватывают. Прикиньте, X-фактора будет тем, что Пул, которого все так любят, которого так носит на руках, Пул возьмет, просто нашибается в конце где-нибудь халявы из-под кольца, промажет сиреной. И будет им вообще... Опа. Фол! А он что, сверху хотел поставить? Вы видели? Карри размахивался на слэм-данк? Что, друзья, Карри очень редко ставит сверху. Неплохо. То есть это уже 23 очка от Карри. Офигеть, офигеть. Ну, я почему так радуюсь, друзья? Потому что я играю одну четверть по 5 минут. Да, и 5 минут это очень мало. Хотя он провел всю первую четверть без замен. Хотя даже всю первую половину без замен провел. Сейчас, скорее всего, будет замена уже. Навряд ли, что за 2 минуты до конца. Итак. Офигеть. Игрок игры, Смарт, который забил 0 очков. Чё, блять? Почему? Что происходит, скажите мне? Что со статистикой 2K? Почему 2K отдал Player of the Night Смарту, я не понимаю. Там Карри подборов надел, очков назабивал. Фалы, фалы. Правильно, надо фалить. А то сейчас еще... Вот, вот все, замены, все. Друзья, никого не осталось на поляне у... Warriors, Golden State, Мут, Луни. Вот сейчас Луни имеет спиной, давайте проверим. Фол! Кстати, тренер Golden State Warriors, Стив Керр, говорит, что все очень сильно недооценивают Луни. Что то, что Луни обычно забивает мало очков, это не потому, что он не может их забивать, а потому что, ну, роль в команде не такая, потому что есть Карри. Ну, есть очень много людей, которые могут забить свои очки, вот. Поэтому Луни так мало забивает, потому что ему это надо. Хотя вот в какой-то игре вроде бы против Бостона, да? Не против Бостона, извиняюсь. Против Далласа. У Далласа не было центрового, да, и они играли... Тоскано. Бьелица. А Бьелица умеет спиной играть? Или Бьелица? Неплохо. А я думаю, что мне в этой игре не хватает? Так из-под кольца забить. А это второй состав у всех играет. У Бостона тоже второй состав играет, да? Ой, не знаю, друзья, скажите честно, вы смотрите серию? А то, может быть, я зря стараюсь.
Так странно, да? Ну, я держал правую сторону, но все равно в правую сторону поперся. Руки. У меня руками встречал, ёпта, судья. Так, Руди Муди не бросает трехочковый, я ж понял. Ну, по крайней мере, не бросает в лопах. Кенни Смит, Бьелица, Муди. Али. Ну что, друзья, в общем, вот такой вот у меня финал чемпионата НБА в одной игре, друзья. Надеюсь, Golden State сыграет больше, чем 4 игры. Но я что-то не верю в Бостон совсем. Так что, что хотел бы сказать. Играйте в баскетбол, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и так далее. В общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения и всем пока-пока.